Зимой нередки случаи, отмечают специалисты, когда дети делают горки вблизи дорог. Особенно это касается частного сектора. Сотрудники ГИБДД предупреждают, такие игры могут закончиться трагично. После очистки коммунальщиками дорог, образовавшиеся снежные насыпи на обочинах, дети приспосабливают для катания, при этом рискуя попасть под колеса автомобиля. Такие горки представляют большую опасность как для ребят, так и для водителей, который может не успеть быстро среагировать и вовремя затормозить. Сотрудниками ГИБДД в поселке Саракташ выявлены несколько таких мест, составлены административные протоколы.